Приветствую всех моих маленьких любителей нового меты. Я решил записать вам Форпост Кингза, потому что вы какие-то ёбнутые, вы там уже 13 тысяч игр наиграли на Кингзе, где-то 9 тысяч подписчиков сделали в Стиме. За что я вас благодарю, и приступаем к геймплею. Кстати, в конце я расскажу про несколько фишек и фактов, необходимых на Кингзе. Я, кстати, не представляю, зачем вам нужно геймплей на Кингзе, потому что геймплей на нем довольно легкий. Да и уже кто мог, уже тот записал уже миллион видео про геймплей на таком Кингзе. Но пусть будет. Я заранее извиняюсь за такой сильный разнос тут. К сожалению, других игр я найти не смог, да и, в принципе, таких обычно на Кингзе не бывает. Играли эту игру вместе с Травоманом и ребятами где-то в 5 утра, пытались как-то залить, но у нас не получилось. Стоим, кстати, на одном лайне с Травочем. Травоч решил выгулить по стримерану, посмотрим, что из этого вышло. Ну, начинаем игру с дефолтного варда, который поможет нам сейчас драться в СВР-ке. Этот вард помогает нам видеть отводы и непосредственно врагов под их лесом. И реально жестко комбинируемся с Травоманом, его стрелой и забираем руны. Ну и в принципе вот он, весь наш геймплей на Кингзе, вся наша стадия лайнинга проходит примерно вот так. Ну и в принципе собираем первые плоды с такого, благодаря такому Кингзу. Размениваемся с ВР-кой, колем нашего тиммейта чуть-чуть помочь по урону, кидаем гранату и герой нет. Также не забываем про руны. Ну и деремся с вражеской пятеркой, заставляя вражеского кэри идти за нами, из-за чего ломаем позиционку нашего кэри, вернее, нашего противника на кэри, и убиваем его. Ну и благодаря тому, что ВР-ка решила добить Мирану, что в принципе, кстати, и не сделала, убиваем за это ее. Также не забываем контролить акваруны и, в принципе, руны на миду, тем самым помогая нашему мидеру с батлом, либо не даем заполнить ботл нашему врагу на миду. Ну и здесь я вижу, что тролль ошибается, за что он умирает. Также здесь должна была умереть и ВР-ка, но ребята просекли, кто тут главный в игре, и прислали к нам Баути Хантера. Но такой Клинкс не боится даже вражеского рома, как видите. Умирает ВР-ка и впоследствии умрет Баути Хантер. Заранее извиняюсь за такой FPS. Мне немножко неправильно записалось. Играй за Альтабор, скоро пройдет. Ну и опять-таки не забываем про руны и не забываем подраться с вражеской пятеркой, когда есть время. Ну тут я чуть не прогадал, и я знал про вражеский повершот, но почему-то решил его не дотлить. 5 утра. Ну и благодаря сетапу нашей тройки на травомане пытаемся убить тролля, но к нам прилетает еще и войд. Но ребята забыли, что у Кингза есть свойство получать 6 уровень и жать ульт. Ну тут допускаю маленькую ошибку, думаю, что у моей Мираны есть много маны и ресурсов, но, как видите, нет, из-за чего умираю как дурак последний. Ну и получив очень быструю филактерию, начинаем сразу же бегать по мапе. В очередной раз прочекивая наш мид, вижу, что моего мидера прессуют, жму ТП на помощь, вследствие чего убиваю ВР-ку. Ну и тут мы должны были убивать этих двух героев, но Вайда я тут абсолютно не ожидал, хоть это было и очевидно, что он рано или поздно жмет сюда ТП, потому что файт у нас будет очень долгий благодаря Роллинг Тандеру и Пангольера, но вышло, что вышло. Ну и сразу же, возродившись после того файта, я вижу, что где-то 4 персонажа наверху, из-за чего
иду вниз носить Т2 тавр вражеский, и, найдя торля, понимаю, что убью его даже после ульта, убиваю его. Даже шишку у него забрал. Какой же мерзкий. Ну и здесь просто хочу вам показать, почему нельзя оставлять одного клинкза у вашего Т2 Тауэра, пока вы деретесь против его команды. Ну и здесь я осознанно жду какое-то вражеское ТП, но мне везет, и Войд прилетает без застоп, из-за чего я спокойно ухожу. Ну и здесь просто немножко геймплея такого клинкза в командном файте. Здесь я слишком верю в себя и начинаю файт Пангалера зачем-то до того, как пришла сюда моя команда, и за что умираю. Но за это также наказывает моя команда. А вот причина, по которой нельзя оставлять клинкза у вашего Т1 Тауэра. Но без шуток, я знаю, что этот Войд просто стягиваю к себе, из-за чего возвращаюсь на мид и принимаю приятный файт без Войда. Ну, Войд уже тут как тут, но слишком поздно. Ну и также сносим табор за этот файт. После этого сразу же пытаюсь зафорсить какой-то файт для команды и нахожу вот эту ВР-ку. Вот один из главных плюсов к такого клинкза. Благодаря тому, что вы уже в игре практически кор, вы заставляете врагов фокусить либо вашу команду, либо вас. Из-за чего, если они убивают вас, ваша команда убивает врагов, а если они убивают вашу команду, то врагов убиваете вы. Здесь я видел, что на вражеском Торментере кто-то есть, а также я хотел забрать их руну мудрости, но не ожидал, что тут будет так много героев и что они успеют повесить мне трек, за что и убираю. Ну и после возрождения просто подходим к команде на все готово и добиваем врагов. Так примерно работает Клинкс в мидгейме при сносе товаров. И опять-таки у врагов просто нет выбора не фокусить на спайке, из-за чего мы умираем первые, впитываем все ресурсы врага, и за это они умирают. Кстати, не все, как можно заметить. Да, такой клинкс тоже немножко зависит от команды. Но все-таки куда меньше, чем обычный герой, и вот почему.
здесь профессионально выживаем на 20 хп, как и задумывалось, нажимая инвиз. Ну а здесь уже паучий фарчит, коли убить вражеского войда, и убиваем его. Кстати, хочу подметить, если бы не этот фарчит, он спокойно сбежал бы на своем астролстепе. Заранее извиняюсь за звук, скоро он пофиксится, просто запись почему-то сломалась. Здесь находим баунти-хантера на движении, и за что убиваем его. Ну а дальше принимаем масс-файт, специально фокусим сначала войда, чтобы он немножко запутался и потерял пару секунд в файте, отвлекшись на нас, как и ВРК. Потом убиваем ВРК. Ну а вот пример того, на что способен такой Клинкс на 19 уровне и вражеский Т2 Тауэр. Я даже перематывать сильно не буду, просто наслаждайтесь моментом. Ну и про рунки мудрости не забываем. После чего идем помогать нашей команде с Баунти Хантером и в целом файте. Здесь я опять начинаю форсить какой-то файт для нашей команды, начинаю в Баунти Хантера, чтобы он нажал Кримсон чисто в меня, ушел на лоу хп, и команда его добила. Ну а здесь пытаюсь развести тролля на БКБ, и нажав на него арчит, но почему-то он решил с нами не драться. Ну и дальше дело за малым. 16-7-22, 31 минута, ломаем уже вторую сторону, враги просто не могут ничего сделать. В игре, в которой у меня была Митурса с бэфом первым айтемом, и довольно душные противники, там титановый я был. Ну вот примерно для этого вражеский керри на тролле, сохранил тогда БКБ и ульт. Ну и последнее тело на ВРке делаем просто благодаря Арчиду и Полкимка. Я тогда даже удивился с того, как она умерла. Но умерла она благодаря палке. Ну и вот вражеские ранги. Да, там что-то не так уж и много оказалось, но какая в принципе разница. На моем мейне в рейтинге были абсолютно такие же игры. Я хотел записать их, но, к сожалению, они уже были сыграны больше, чем 2 недели назад, из-за чего их нельзя скачать в клиенте Доты. Но тут вроде даже поинтереснее игра. Лань с травоманом, на постриме ранее универсалки, мид Урса с бэфом, слитый Лань сверху, можно даже назвать камбэком. Также прошу обратить внимание на мой урон и урон моего кэрри с мидером. Первая фишечка довольно всем известная, но кто-то до сих пор в Доте про нее не знает. Чтобы точно нажать весь наш прокаст правильно, понадобятся квиккасты, которые можно выставить в настройках. Жмем в порядке очереди первый спелл Арчит, Хекс, второй спелл и какой-то третий предмет, который у нас будет, типа Нулифайер, Солар Крест или Диффуза. И примерно вот так это будет выглядеть. Благодаря этой фишке вы точно не запутаетесь в файте с кнопками и нажмете все одновременно и правильно. Ну а также интересный факт. Скелеты, стреляющие под тауэром под вторым спулом, также будут получать дополнительный урон, как и сам Клинкс, со второго спула. И также первый спел действует на наших скелетов, но на 50% от силы, то есть дает им только 110 атак спида на 3,5 секунды, но
не режет дополнительную дальность атаки. То есть скелеты получают на 3,5 секунды 200 дальность атаки и 110 атак спидера, что довольно очень много при пуше товаров. Да и в принципе при убийствах. И еще более интересный факт, который мало кому известен почему-то. Клинкс наносит при попадании со второго спала по тавру 100 магического урона. При том факте, что в доте товара нельзя бить магическим уроном ни при каких условиях, за исключением Джакира и, возможно, еще каких-то исключений, о которых я не помню. Ну, а на этом, полагаю, все. Остальные фишки вы можете посмотреть на моем гайде в стиме на Клинкса, а также другие гайды на саппортов. Мартру, Разора и тому подобное. Спасибо за внимание.